Брюсов Валерий Яковлевич. Женщине. Ты женщина. Ты книга между книг. Ты свернутый, запечатленный свиток. В его строках и дум, и слов избыток в его листах безумен каждый миг. Ты женщина, ты ведьмовский напиток. Он жжет огнем, едва в уста проник, но пьющий пламя подавляет крик и славословит бешено средь пыток. Ты женщина, и этим ты права. От века убрана короной звездной, ты в наших безднах образ божества. Мы для тебя влечем ярем железный, тебе мы служим, тверди гор дробя, и молимся от века на тебя. Встреча. О, эти встречи мимолетные на гулких улицах столиц. О, эти взоры безотчетные, беседа беглая ресниц. На зыбе яростной мгновенного мы двое у одной черты. Безмолвный крик желания пленного. Ты кто, скажи? Ответ: кто ты? И взором прошлое рассказано, и брошен зов ей: будь моей. И вот она обетом связана, но миг прошел, и мы не с ней. Далеко там в толпе скользит она, уже с другим ее мечта. Но разве страсть не вся испытана? Не вся любовь пережита. Первый снег. Серебро, огни и блестки. Целый мир из серебра. В жемчугах горят березки. Черно-голые вчера. Это область чьей-то грезы, это призраки и сны. Все предметы старой прозы волшебством озарены. Экипажи, пешеходы, на лазуре белый дым, жизнь людей и жизнь природы полны новым и святым. Воплощение мечтаний, жизни с грезою игра. Этот мир очарований, этот мир из серебра.